кости Боба. По червям Боб кидать. Вот, короче, ты на контроле. Арину с оценим трэш. Косты не забываем сделать. Дайте бафа. Да, на контроль. Бах. Все, все здесь на пленку. Все. Шаки вышел. Стоит туда давить. Прибежали к кресту туда. Хорошо, алло, добрый день. Привет. Помощь не нужна? Юмер, дайте, пожалуйста, микрончик. Каст. Докастовал. Я промахиваюсь. Я хил. Ты не можешь сбить, только Сава сбивает из стана. Я расстроен. Чек. Бегушка можно сбить. А, окей. Лёх, не бей лучше, твои кровочари реально мешают. Твоя душа принадлежит тебе. Сейчас своих врагах отдал. Да на перефазе лягушка-то не нужна. Красава. Кто там не выбил? Владидон. Владидон. Я двоих поймал левитацией. Я что, раздавал? Спасибо, Молдазар. Если это был...
Я тебя спас, себя нет. Я видела, спасибо тебе большое. Нямка вышла. Не понимаю, косты не сбивают. Еще две крестницы. Пока тут рисую. Ну чё? Чё там бегаете? Сюда не можете стать? Вообще не, блядь. Бегового посланника контролите на перефазе. Так оставал. У меня все в КД, я не могу сбить. Мысли с вас. Ложитесь. Он вроде и выйдется. Россия может отдать по шторам, а шторы по мне отдать. Начисли этому, блядь, 250 туману. Молдозар, а у тебя чё, нету на панели пёрышка? Так он меня спас, он не успел себя спасти, на меня он пёрышком спас. Я ж поэтому громко об этом сказала. Так у нас есть два мага и прист. Я спас двоих человек, когда мы взлетели. Я спас себя и еще какого-то человека на левитации, не успел посмотреть его. Молдозар героически спас Хила. Косты, блять, буду сегодня. Два паладина с тостанами. Это, что-то я Элемом кидаю шок, а ей вообще... Два этого, блядь. Два вара с чаржем, блядь. Два шамана с... У меня два чаржа в КД уже был. Я тебе говорю, я шаманом кидаю ей ветер, а она не сбивается, как. Эффекты какой прерывания на... костов не работают. А чем сбивается? На... А, ну понятно. Да? Женёк, лягушкой, лягушкой. Понимаете? Бафы обновляйте. Работает стан, страх, овца. Сайленс. И сайленс. Ну нам не гнев. Верните на пол для мертвых. Да, блядь, сайленс 3 минуты КД. Бля, швырни жранины на пол. Мяка, там работает сало, только если она у тебя в талантах изучена. Простой не работает. Если у тебя есть фрост ПВП скачанным салом, то спекайся лучше. Там в аркане, да, это ветка. Антимаги. Да. Дай проверку. Пончик хватает. Я лежал прям под боссом, встал сейчас сам. Дайте бафы, пожалуйста. На пол войду. Мат-бат. Поехали. Мак-бак, дайте. Это. Mm-hmm.
Ну ты чё, четыре шамана не знаешь, что такое Гера? Мы за Орду играем. У нас нет Геры. Героина тут нет. Блудлост. Не, я просто не скажу, не шаман. Вервульф. Рога. У меня есть кош, ребят. Беспокойтесь. Сюда его давайте, чего вы там бьете? Надо ж постань, я его устань. Ты сказал станьте, моей стайне. Надо знать, куда. Это уже другая информация. На танке. Чё вы, блядь, творите? Один босс и там. Может, вы там на себя босс? Да. На тебе нет. На тебе, блядь, метка. Он вообще на мне. Да он на нем был, босс. Просто заебал уже идти. Мяко, нажми глыбу, работает, нет, проверь. Работает. Чего не нажал? Теперь и так могу сказать, что работает. Кучнее, блядь, все сбежите, что там все заберите. Доложиться о куче. На улице. Оттягивать? Ты его там захуярил. Ты стоишь на контроле жрецов. То есть ты видишь, что из два будет куча. На улице оттягиваешь меня в контроле. Это проблема. Ты его задотали, он срывается. Мемки, блядь, пол стоит, который снимается с котлов. Если не стоит, то правее. Сервак упал? Нет. Нет. Значит, это у меня в шту упал. Рамп.
уже боишься отбегаешь от босса. Угу. Выносим. Уйдите оттуда. Череп встали все. Я навсегда избавлю вас от мании величия. 101. Будет этот притяжка. Разбейте. Бля, ты не можешь овценуть нормально или что? Ты не видишь, что каст идет? Каст долгий идет, блядь. Овцу можно скастовать. Давай убьем жреца. Какого, блядь, пускай стоит, пускай контролит. Вой да есть сало, вой да есть перетяжка. Надо всего лишь на двоих, блядь, одного мобака. Женяк. Заберите его. Три жреца, рекорд. Того, спущаемся. Заодно в полете ману по регии. Нафига? Готовится бог какой. Шаки отошел. Так. Каст. А чё, Гера будет? Похоже уже на ласт файзе. А чё дать? Быстрее перевели бы. Каст, каст, каст! Ну,
У меня оба в КД. Не один. О, Трини. Трэш под... Не спускать. Да. А что, носить отрени не нужно? Ну на оф. Кого распыл здесь, кому будет не отдать? Я думаю, ты не валил. Шторы забрали на обспекту. Шторы есть сова? Ну, заметки нет. Ну, у меня тоже заметки нет, что сова. Сова есть. Я не видел ни разу. Я одеваю лемчика потихоньку. Сейчас у дека, чтобы купить два куска Т-10. Соролил там на успех. Ях, второй шторы, третий еще твой какой-то. Ну я тоже ролил, но мне так. Ну вот получается, брун, шторы и ях. Все три на успех. Это Че, пойдем вниз? Или пофиг? Это газонная тюрьма. Может, добиваем тут. Она даже на совучек пихает. На кого она хорошая? Или на всех? На локов, ну и так неплохо смотрится. На жрецов. Ну... На ШП хорошо. ШП, ну вот если говорю, я с ней бегал, ну так вайс. Ну если есть вторая триня, она очень хорошо дамажит в затяжных боях. Ну у меня на Элема пока всего одна триня. Она же работает не так, как написано. Ой, ё-моё. Как она работает? А-а, хорошенько хитите двух танков сейчас. Идите назад, с чем едет. Ну, через чекстуру что ли согрелся? Там один просто под фаломбом.
сдохла, что ли? Ах, Хильди один танк у нас. Пойди на вихре. Пойди на вихре. А тут замедление. Просто их придет так. Там адмирал не сделал в ДБМе, чтобы пушки на келе снимать. Не знаю. Еще давно вроде говорил, что сделал, но это не точно. Ну это говорил, а вот работает ли он? Говорил и сделал разные вещи. Он говорил, что пофиксил тайминг этого на Плетелас, или как эту хуйню называют? Огненную звезду. Во. Нормальный тайминг подображается. И снятие от пушек. Окей. Просто самому как-то проверять не особо хочется. Сижу, думаю, сова или протопава. За 4 босса поставить КД на 3 персонажей? Ой, да, да, он настолько здесь. Вообще по... Вечерняя Маридия закрыта. С пугами я точно сюда не пойду. Фаронки пойдешь, фармишь с ним. Делать мне? Когда на воронке навыки по 2,5. Блядь. По 2,400. У вас там Маршал. Маршал. Можете... 2,200 сегодня навыки виден. Маршал, забери. Да это не тот. Я не забирал ничего. Великий ваш тот, что слева. ПС-ка. Висит. На мобе. Тем более по это, по 2000. Ворон. Сейчас их погнуть хоть. Если они столько стоят. Че, они уже по 200 стоят? Да. Че, вот тебе и топора на день 4-5, да? Да блять. Его еще выбить надо. Дешевле день, чем Т-10. Т-10 у меня есть. Я просто думала себе на сову Т-5 ждать или покупать Т-10. В итоге блин, купила Т-10, а по ОД. Это вышло тысяч на 30 голды. Через месяц они там, наверное, вообще по цене ДС позже будут. Че, вы встаете, нет? На хте. А с чем связано такое снижение? Скидки и рулетка. А кто их покупает еще в магазине? Я когда мне сказали, что это рулетка, рулетка стала причиной, рулетка, кажется. Да ну, что ты этого-то трогаешь? Это крутится рулетка. Маршал и Центурион. Как бы
раньше люди донили и продавали эти воронки. Я и сам на них. А сейчас из-за того, что рулетку добавили, Каск. Уже все, цена упала. Левых бейте, милики. Левые. Левых это какие? Относительно кого? Левых это те, которые не шутают. Мне нравится, как Вага из себя РДД изображает. Это те, на которых ваш палец справа. Я даже больше с этой рулетки жду сундука с маунтами, чем ворон. А мне упал маунт уже. И маунт, и воронка падала. Две штуки. А я бруля жду. Ну, у меня на роге упало две воронки. И на варе упала шкатулка, но тут вообще очень стрёмный маунт выпал. Лучше бруля упал бы, чем это все. А мне уже штук 8 воронок упало и 3 маунта. Сиди, завидуйте. Ну, они не все уродские. Там есть аннигилятор, который очень даже неплохой. Там есть августинский обычный змей. Аннигилятор, он же работает как на офе? А как работает аннигилятор на офе? Можно только с него собирать траву. Скорее всего, нет. Хотя это было бы логично, да. Че, серьезно? Давайте напишем багрипух, чтоб работал. Они же там сделали анимацию этому сове. Эту. Ну, у меня его нет, поэтому... Обидно видеть, когда там просто шестая карта летает на этом аннигиле. Мне пантера выпала красивая, которая на уши 60-ка стоила. Ребята, есть вопрос. А почему у нас в Дискорде в Пугареде сидит Буливан? Он хочет общения? Он скучает. А кто это? А, ушел. Вот спугнуло. Блядь. А, это Вага его спугнул. Зачем? Да он, скорее всего, это, на РБКшку. Ну да, не, Буливан уже с нами ходит, РБК отвязывается. Вага, я надеюсь, ты его не забанил, потому что он с нами ходит иногда. Я его выгнал в прошлый раз, как и Досю. А, кикнул? Ну, не надо кикать. Ни Буливана, ни Досю. Так вы их добавляете в канал, когда мы не обсуждаем что-то серьезное. То мы сидим обсуждаем. Слушай, тактику на ОКХМ. Ты распускаешь руки в присутствии начальства. Алексей сам может решить. И он был с ними в РБК. И я их добавила по его даванию мне прав на это, соответственно. Так а зачем они вам в РБК в ДИСе? Они все равно молчат. Они общаются. Так не, они нет? Молчат, я ж сидел туда. Они молчать стали, как когда ты пришел. А что, Фарад такой страшный, что? Фарад бесячий. Не пизди. Бесячий. Утверждаю. Подписывайся, автограф. А потом завтра опять будет. Фарада котик. Сколько у нас там стоит пушка? Я тебе вообще вот не отрицаю, что ты котик бесячий. Ну котик. Так, я ж тебе так и написала, и так и сказала. Так бить будем. Возьми и просто хилить вместо Владидона, например. И вместо меня я пошипешу. Владидона, насколько я помню, есть ДД-спек какой-то. Я вот думаю, в сову заходить или нет?
Не, дамаж на ДК. Я люблю ДК. А соф не люблю. Ты не еще до ДД, но... Целый ДПС, а больше будет. А твой ДК может шотать людей в контроле, так что учите на сам. А твоя сова может подшотать людей из контроля. Ну, сова может положить рейд по части, если контроль не дать. Лёша, один палец на одном старфоле решает очень много трудностей. Не надо. Хорошо, два ладно. Пальца на Alt F4 решает еще больше. Тогда надо кашки. Нет. А, или мы можем вообще Лёшу с Тимой просто поменять местами и выгнать его из рейда, да, Лёш? Просто тогда в рейд. Просто туда вместо шамана закинем. Шаман на замену. Вместо лучше сыня Тимыча закинем. Че, давай я в ШП, может быть, еще. Ты в ШП, а Мосса в рез. Блин, мне че, КД ловить на одного пуга? С пугами хотел сходить. Я первый. Не-не, я тут, давайте сумоньте. Я на готове сижу, просто музыку слушаю. Сумоньте, ставлю рыбу. Короче, это. Ладно, нормально. Мне с этой сборкой не особо удобно пуху с ним. Но буду. Даю проверку. Меня не засуманили, если что. Суманьте. А кому, естественно? Под рулям. Нет. Мне тут один рога пишет, Т5 хочет голову. Пускай пишет. Тут не падает. Пускай хочет, ничего страшного, я тоже хочу. И чё? Я понял, хорошо. Так, этот шаке один СС и второй СС по параду. В смысле? Вагон. Тебе случайно рога не глифон пишет? Глифор? Да-да. Вот, он дебил. Нет, Глифор. Он сначала мне написал, я сказал, что тут много народу, которым надо, поэтому не вариант. Теперь он написал. Проверку даю. Так, если еще бафики все раздадите, будет скачок. Поросте, женек. Женек. Так. Мы тут что, ДДхи, сапротики сейчас? Дамагером сапроты тут нет. Тимыч, тебе же писал он, да? Я могу выйти за рейд. Да-да. Я готов. Все равно тебе не удалось. Все здесь, все готовы, запускаются. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянор. Все, короче, все за всеми. За всем сами смотрят. Посмотрим, хватит ли у вас. Раньше не бывало.
Бомбы тоже. Локи. Удара. Пончик. Лага, лага. Карин. Одних меликов убирает. Перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за умели подальше отошли. А раньше народа дает. Вау. Где вау? Прости, Прохиль. Бомбу. Бьем. Пронил. Бомба. Убивается. Отошли назад. Вот и нахер убирай. Базар, блин. Мол, базар не изменяет традициям или что? Брось, не можешь. Где игрок, Арина? Идите нахер. Прости, сам. Просил рейда. Спел по рейду будет вообще? Поверить массу. Шторы поднимай массу. И поднимай нарцию Малдазара. Ярко. Видите, что ты делаешь? Хиллари. Лук. Два бояра. Сказал, что вот. Сложно. Кафекасит просит. Выйдите из центра, пожалуйста. Все, Денчик, там похилишь, Карин. Прям под вами же, вот он лежит. Заставлять вас драться с четырьмя. Рада. Шаг. Нет.
да, вот. Что ты там делаешь? Извиняй. Кончу. Ёк. РДД по бабе, половина миг. Венеру. РДД актив. Парада, блин. Не работает у адмирала. А можете, пожалуйста, пушки аномастика снимать? У меня что-то не работает. Вообще каждый лужа сам. Раз. Кажется, побиваем босса. Все, поехали. Боже. Пошли. Все. Босс. Пора пусть. Под боссом. Серьезно, блядь. Я дойти не можешь, лужи. Контроль положить, где баба? Что-то не горит у меня. Я прожимал, что ли, его? Светил. Босс. Еще немножко есть. Все по яйцу. А, вообще нет. Пошли мне.
Боже. Контролируй. Денег. Чё, похуй мне. Удочку на удочку поменяли. На удочку тоже отхуяришь. Сад 8, глыба. Синий от босса. Первая. Что еще? Пару подожди. Стойте. Все, поехали, потери. Боже. Великий атаподим. ДД добить. Все. Боже, мили. Забери босса. Поздно. Феникса огромный, да? От Феникса убить. Какой Феникс, я умерла? А, ты сдохла. А чего ты сдохла? От лужи. Охуенно. Вот и вайп для тебя. Чё, падаем или поднимаем? Да все хилы упали, чё ты поднимешь? От тебя толку, да, вот. Ребёнка. Кто подох от лужи, блядь, не шляет. Это пиздец. Ты видишь, СС, ты не мне надо было кидать. Да я с одним СС-ом угадал, бля. Да ты тоже там, блядь, косячишь. Хуй знает, как свечишься, пухи не снимаешь, блядь, нихуя. Ана Ранель Белоре! От тебя толку. То есть, блядь, у вас одно действие. Не можете пухи снимать и заложить. Сложи выбил. Хуёво. Подойди ближе к платформе. Но те, кто совсем далеко лежат, мы их все равно не резнем. На край, блядь, вот сюда встаньте, где я лежу. Босс запускается только когда на платформу. Жан, блядь, заебал. Давай, мы... Вставай, эй, салам алейкум. Только на платформу не зайдите. Ставлю руб. Даю проверку. Тим мемности отключается. Быстренько в ДБМе скажите мне. Что включается? Мемность ебаная вообще. Нет. Звуки боссов или как так там, озвучка боссов, что-то такое. Лёш, там Локи спрашивает СС-кому. Предупреждение для рейда, мемность. Всё, тем уже. Даю СС по шаке. Женёк, дай отказку. Поехали, блять. Листа баф дайте. Не можете это? Тайминги выучить. В
сразу. Мои люди без них не могут. Там идет типа ешь босса, появляется проходит каст глыбы, дается контроль, убиваешь феникса, убиваешь яйцо, контроль уже нет, а касок не будет, появляется лужа, блядь, идет контроль, кровь. Я почти не вижу. Еще хп не хватает. Ладно. Че, ты можешь феникса половить? 8 на 80. Вы справились с моими лучшими советами. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. На феникс лучше ДК. Велики отошли. Кто тоже под охвагом. Бомба. Убиваем. Как видите, оружия у меня предостаточно. Пусть. Вот. Видите? Пухи поднимаем. Отходим, там Денчик остается. Два там. Остальные на... Давай уже, блядь, в речате вага. Центр, знаете?
недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя. Базар. Дайте боб по шаке, 300-ка, блять. По инженеру РДД сразу после баба. Хити медика. Да, да, да. Сильцы. Контроль 5 секунд. Заберет фирму. Пофиг прожимать. Дезориентация. Все, поехали. Уже не убейте меня. Сел.
Меня тоже сейчас убьете. За контрольте шамана? Контроля нету. Совсем нету. Рада за контрольте. Диспел. Диспел. Сразу открыл. Сам. Лужар, да. Лужар, да, ворвёте. Кота. Можно забери. Контроль. На контроль. Подбир свой. Форме дай, мост. Улыба. Заберите. Контроль сейчас будет. Сыграли. Фили, короче. 10% босса, короче. Уже, да. Контроль. Короче. Проще. Будет контроль. Отключим два человека. Контроль. Ямск. Лема за контроль. Лыба. Вот зашел на фени. Сейчас просто залезть. Че, все, вставай. Он уже вставал. Второй раз, да? Тимуч поднимешь. Кого, Шака? Да, по боссу поехал. Иди его сюда на ступеньку. Не раскатилась. Теле милики подальше. Хиллари. Сейва лично. Арсей, а как тебя хилить там будут? По
падение 4 секунды. Сел. Даю по шаке СС. Играем по боссу, смотрим за этими, за лужами. Тролля уже не будет, половишь. Сейчас надо бурс. Это лужа права. Через 5 по боссу. Следующая гравитация должна 20. Твоя карта бита. 10. На ком там постики висят, обновите меня. Мяко. А чё ты сдох, Рози? У меня хп срезало на 90%, и он через 10 минут разрушения кинул. 4300 меня сбил, у меня ваншот. Просел. Дай 4-4. Этот... Пока тот поднимешь. 3 секунды. Приземляемся. Япончик, у тебя, блядь, своя есть этот хуйня, с которой можно. Чего? А ко мне подошел человек, меня лучше убьет. Это падение. Это падение его. Меня пишет лучше, сейчас никак. А в чатике фаталити фоллинг. Фоллинг это падение. Все, поднимешь его. Босс. Убираем. Рыба. 15% босс. 20-10%. 5% лёгкий. Нет. Ровно нет. Блять, 11% победы CR. Деф. Япончик. Вам не победить. 5 секунд. 2. Карин, спусти его вниз. Подвигай. Как? Побегай. Просто подвигай. Я бегаю. Иди сюда, в мою сторону. Посередине. Просто ему надо показывать. 4 кто? Это будет ласт кусок. Войт, да. На первом месте отдаю ему. Хуя лут упал, и посох упал, и меч упал. Войду 500. Мальдазар, да, больше никто. Мальдазару отдал. Посох, ребят. Мякозонтик. Да, за посох. Шея.
Женек пор спеку. Че, эта хуйня уже никому не нужна, да? Ну да. Я даже не помню, что там с нее падает. Да там шея какая-то залипонская, которая тоже нахуй. Просто я уже нажал, как бы. В прошлый раз я помню, она в боссе вроде осталась, ее даже никто не забрал. Поэтому я ее нажал, пускай будет. А там РДД шея есть какая-то? Это скрипт, да? Да хуй. На мне РДД шея, смотри. А где ты, дай я на тебя посмотрю. Парада. Давай парада. Рада по успеху меч. По успеху, блин. Да, блин, там, не успеха, собственно, на это на транс. Вышнул шею. Крит меткость. Че, так можно, что ли? На транс меч. Он никому не нужен вот. Вообще. Тоже на фурика пробил. Значит, распыл. Не знаю, в тот раз мне ГП дали за нее. Это никому не надо. Вообще значит, не нужен был. Я же сказал, распыл, значит, если на мейн спек не забирают, то значит... У кого там распыл как? Есть? Первый сейчас у Фарада. Вага, у тебя был? У кого распыл Ечи, шапку отдам. Баги кидай или себе за. Пароль свиток. Свиток в ГБшку. А, в ГБшку? Все, я понял, ладно. Тогда воронки. А зачем он в ГБшке нужен? Нахуя? Блин, чтоб ты спросил. Все равно топовая фласка. Почему мяки 1500 ГП за шею? За у кого есть Т5 воронки ролят? У кого есть Т5? Шторы есть Т5? Сколько воронок сегодня упало, типа? 3. Стойка, которая в боссе, да? Стойка, которая в боссе. Окей. Штор нету, Т5, да? Значит, следующий в приоре у нас... Прочка. Какой прочка? А их так за ГП, да? А, нет. На первом месте Женёк стоял штор, второй стоит прочка, третий Женёк. Это... Просто не, четвёртый, нет, не надо, у меня же нет Т5. Там сказали, что вот Т5. У меня ж тотем ебучий, у меня на него есть воронка. Давайте переролик. Значит, переролик за нас. Отдаю. Они один хуй стоят 3000 голды. Блять, маски ебете, ребят. У кого есть Т5? Еще раз, рольте переролик. Лех, мы с целка идем сейчас? Пока разрол. Прости, да? Да, проще на первом, пока тут на втором, будет вообще на третьем. Так, проще, сколько надо? Вот одну отдали, еще надо 5. Вчисляй ему постепенно по соточке. Упал на воронка. Пока тут теперь в приоре стоит. Пока тут одну воронку. Воронки все в ГБ, мадам. Дальше кто следующий по приору? Прости обратно вернулась. Еще прости, еще одну. Дальше.